А зараз настав час для спілкування з гостею студії. Сьогодні до нас завітала чарівна 10-річна Тайра. Нещодавно Тайра отримала звання «Міні-міс Всесвіт» на конкурсі краси, що проходив у Туреччині. Здравствуйте, красивая. Здравствуйте. Предлагаю не волноваться и рассказывать о своих эмоциях достаточно открыто. Ты красивая, перспективная, мини-мисс мира. Итак, первый вопрос. Каким образом среди большинства участниц именно тебе удалось завоевать это престижное звание? Я просто была самой собой и не останавливалась на полпути. С кем ты приехала на этот конкурс? Как он проходил? Сколько дней? С кем удалось подружиться? Я подружилась со всеми девочками на конкурсе, а также дружилась с людьми, которые были с других стран, которые приехали не на конкурс. Была на младшем конкурсе Little Miss World 29 участниц. Также проходил взрослый конкурс, там было 30 участниц под названием «Мисс Семи Континентов». Организатор этого конкурса был Ашот Сергеевич. Ему хочется передать большое спасибо. Он проводит этот конкурс уже более 30 лет. Насколько я знаю, ты получила сразу несколько титулов. Один из которых «Мини-мисс» и второй «Best of the Best». Что означает для тебя каждый из титулов и какой из них главнее? Для меня оба титула важны, потому что это оба титула самые большие на этом конкурсе. Ты представляла Украину одна или еще кто-то из нашей страны был на этом конкурсе? Нет, еще одна девочка тоже представляла с Днепра конкурсы. Как общались? Не исключено, что, ну, даже не то, что не исключено, а наверняка были какие-то языковые барьеры, ведь девочки из разных стран, это были переводчики или какой-то универсальный язык общения? Нет, почти все девочки были из Израиля, и из Израиля девочки могли разговаривать и на израильском, и на русском языке. Вот смотрю, и ты очень сильно волнуешься. На самом деле, где более волнительно, участвовать в конкурсе или прийти в прямой эфир на телевидение? Участвовать в конкурсе. Расскажи, как это происходило? То есть, какие задания вам ставили? Как ты их выполняла? Как публика принимала тебя? Надо было приготовить 4 костюма. Национальные, исторические, бальные, спортивные. Также надо было приготовить номер таланта и видеоролик с визиткой на английском языке о месте, где ты живешь, о увлечениях и о себе. Чем ты подкупила жюри? Ну, мне кажется, я была самой собой, была красивая. Ну, то, что ты красивая, могу нашим телезрителям сказать, что телевизор не может передать всю красоту нашей юной победительницы. Я вижу, у тебя на столе рядом находится диплом. Давай мы его поднимем, и пока наши операторы будут его показывать, ты расскажешь, что это за диплом, что вот... Это диплом «Мисс Мира». Этот документ подтверждает, что ты стала в 2018 году в городе, в стране Турции победительницей мини-мисс мира. Так? Да. С какого возраста уже можно начинать участвовать в конкурсах? Для тебя это был опыт с какого года? С 2015 я участвовала в первый раз в конкурсе «Принцесса Днепра» 2015. После этого ты решила... идти по модельной лестнице? Да, ну я ходила на многие кружки, на танцы, на гимнастику, на акробатику, на вокал. Также я ходила в студию моды и телевидения Ника. Преподаватели замечали, что мне это очень хорошо получалось, когда я выступала на сцене. И предложили мне участвовать в конкурсе красоты. Можно положить диплом и давай продолжим наше общение в более комфортной обстановке. Итак, после победы, первые ощущения, когда ты стояла на сцене, о чем ты думала? Ну, я была очень счастлива, это было очень неожиданно.
Как девочки тебя поздравили, твои соперницы? Что говорили? Они говорили, ты молодец, хорошо работала. Корона сама по себе тяжелая? Да. Насколько я знаю, после победы, приехав уже в Украину, в Днепр, тебя пригласили в жюри одного из конкурсов. Расскажи об этом конкурсе. Да, я была членом жюри, даже не членом жюри. Принимала участие в конкурсе. В качестве жюри все-таки, да? То есть да. Экспертом, возможно. Что какие твои функции были? Расскажи, пожалуйста. И не волнуйся, Тайла. Я оценивала девочек по дефиле, потом, когда человек может вести себя на сцене, как он может показать костюм. И выставляла оценки? Да. Твоему мнению, жюри более взрослая прислушивалась и насколько серьезно? Нет, я была одна в категории жюри, в младшей категории. Расскажи, пожалуйста, о своих увлечениях, то есть чем ты еще увлекаешься, кроме вот того, что ты уже рассказала? Английским языком. На твой взгляд, незнание иностранных языков – это проблема? Да. Для общения на международных конкурсах? Да, потому что многие девочки разговаривают на английском, и когда ты не имеешь знания английского языка, это очень трудно. Твои одноклассники уже знают о твоей победе? Как они отреагировали? Нет, одноклассники еще не знают, но некоторые уже узнали. То есть, вот, собственно говоря, во время этого эфира многие могут тебя лицезреть и узнать, что учатся вместе с мини-мисс мира. Да. В одном классе. В какой класс ты, кстати, закончила и в какой класс переходишь? Я перехожу в 5-й класс и закончила 4-й. В школе тобой гордятся? Да. Какие планы на будущее? Наверняка уже ты вместе с родителями строишь планы в каком-то новом конкурсе или, возможно, себя попробовать на каком-то из телеканалов в качестве ведущей. У нас, кстати, на 9-м канале одно время выходили детские программы. Возможно, руководство рассмотрит, и мы сделаем вам официальное предложение. Нет, меня пригласили второй раз на конкурс в Турцию быть ведущей. Этого конкурса? Да, это для меня очень большая честь. Есть ли такое желание попробовать себя, например, в кино? Нет. А кем бы ты хотела стать в будущем? Вот если мы сейчас забудем о том, что есть карьера модели, есть шоу-бизнес, вот кем бы ты хотела стать по профессии? Юристом. Почему? Просто когда ты юрист, ты знаешь много разных законов и не нарушаешь их. Не нарушаешь. Замечательно. На твой взгляд, в Украине живут самые красивые женщины и девушки? Или есть страны, где не менее красивые? В каждой стране по-разному. Каждый человек считает, что в его стране самые красивые люди. Тогда я желаю тебе больших побед в будущем. Дякую, що знайшла змогу і завітала до нас. Глядачам 9-го каналу нагадаю, що у нас у гостях була міні-міс Всесвіт Тайра, 10 років, місто Дніпро.